Хочу сказать, что мы призывали футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду извиниться перед русскими болельщиками, что он и сделал. Это правильно. Футбол должен быть вне политики. И то, что господин Вида нашел в себе силы признать ошибку за то, что он скандировал нацистские лозунги, которые прижились на Украине, это очень хорошо. Это говорит о том, что он мужественный человек. Извинения, я уверен, наши болельщики приняли. И больше такого не повторится на чемпионате мира по футболу. И не только в России, а вообще не будет никаких высказываний со стороны кумиров миллионов, которые могли бы кому-то принести боль, страдания или просто обидеть. Ну а к нашим болельщикам я хочу обратиться. Уважаемые друзья, давайте не будем всех записывать в друзья, чтобы потом не разочаровываться. Мир очень разный. У всех разные мнения, у всех разные интерпретации разных исторических событий. Поэтому давайте просто болеть за сборную России, и не только по футболу, и всегда опираться на нашу историю, поддерживать наших спортсменов, наших политиков, а не заигрывать с иностранными. Ну и хочу сказать, что чемпионат мира по футболу, он, конечно, показал, что и Москва, и другие города нашей огромной страны стали центрами мировой политики. Приезжают короли, наследные принцы, премьер-министры, президенты разных стран. Особенно было в интернете удивительно наблюдать за тем, как пользователи шутили, что Трамп, прилетев в Брюссель, спросил, где все. А все, и король, и премьер-министр Бельгии оказались в России на матче своей сборной с французами. Вот так высшие должностные лица и царские особы приезжают в Россию, чтобы поболеть за свои команды и окунуться в праздник футбола. Но при этом, конечно, это дает возможность нам решать многие политические вопросы. И самое главное, показывает, что ни о какой изоляции России речи не было и быть не может. Мы полноценные участники мировой политики, как бы то ни хотелось другим увидеть что-то обратное этому процессу.